хочу вам напомнить про вот эту вот сказку «На дачах в большом камне». Я в том году показывала, может быть, кто-то не видел, может быть, кто-то видел, еще хочет посмотреть. Это вот местный художник делает из бетона такие вот штуки. О, в том году вот этой елки не было, да? Тут это, наверное, песочница какая-то будет. Так, так. Мельница. Смотрим дальше. Такой вот дом разукрашенный. Из бетона. И сначала делает каркас из сетки. И потом... Здрасте! Здравствуйте! О! Собака! Привет! Попросили повторить. Вот это вот хозяин. Вот этот человек вот это делает. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня Владимир Иосифович. А фамилия? Васильев. Васильев. Вот, живет такой человек в большом камне, художник. Руки у человека и душа. Понимаете? Вот такая вот прелесть. Вот там, что там, печка еще у него. Такая вот прелесть. Спасибо большое. Казна 39-го царства. Шикарно. Это терем наших сторожей, кошки и собаки. А это домовой. Наверху у него там теребок, мышка-нарушка, лягушка-кукушка, петушок. Вот. А во рту у него столовая для кошки. Ой, там живая кошка живет, во рту ест. Аж вот такое... Чудо такое. Царство 39-е. Ну, это вот такой декоративный фундамент. А это дубы колдуны, которые поддерживают виноград. Где ты, где ты, где ты? Привет, привет, все, привет. Все, 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 ты грязный. Угу. Вот, видите, какой... О, ты видишь, что? Это меня пригласили в гости. Эксклюзивный дворик. Вот. Да, вообще вот. Красота. Ой-ой-ой, аж мурашки. Ну, посмотрите, что там. Вот, а там он... Ой-ой-ой. Под корнем ларец. Мама родная, это ж надо. Что-то нереальное.
вот. А там вот водяной у нас. Такой вот фонтанчик водяной. Вы понимаете, вот этот вот замечательный человек, вот такое он делает. Еще и фонтанчик у него там получается из рта вот здесь вот вода.